Всем доброе утро. У нас начался новый день, новая неделя. Что она нам принесет, вы посмотрите в этом видео, потому что мы еще сами всего не знаем. Ну, а сегодня у нас понедельник. На улице замечательная погода. У нас все позамерзало так чуть-чуть. Вот так. Все чуть позамерзало, потому что у нас 1 градус. И по времени у нас сейчас 8:30 утра. Вышел вот сначала прогреть машинку. Сейчас кресло автомобильное поставить, потому что кресло не оставляем в машине. Постоянно его туда-сюда носить, конечно, неудобно. Был бы гараж, было бы хорошо. Но я уже год ищу снять гараж где-то возле дома, и ничего нет. Либо есть по цене в 100 евро в месяц, что, блин, ну очень дорого. Там, ладно, еще за 40, ну 50 максимум я бы еще снял, но таких цен нету. Ладно, прогреваем машинку, ставим кресло и выдвигаемся. Куда? Смотрите, узнаете. Туман, туман, туманище. И пробки. 9 утра. Сегодня 9 ноября. Утро, 9 утра. Очень туманное утро выдалось. И мы сейчас едем в поликлинику. А потом тоже нужно решить очень-очень много дел. Я думаю, Саша вас возьмет с собой, покажет немножко, где он там будет ездить, что решать. Потому что понедельник в этот раз все-таки день тяжелый, задач много. И все нужно успеть решить. Так что следите, будьте с нами сегодня. Вот какой туман. Ощущения такие, будто уже какая-то глубокая-глубокая зима. Ну, а мы приехали в Санторс-клинику сдавать анализы. Давать кровь на анализы. Так, здесь в серединке пропускает охранник, спрашивает, куда, почему. Ну, а я жду. Какие там переходы между корпусами. Вот так вот. Очень современно, красиво, конечно. Но это не главный критерий таких мест. Второе место, куда мы сегодня приехали, это Автоайб. Я забрал вот фильтр салона, масляный фильтр, масло у меня есть. И еще вот такую штучку. Что это? Мне еще год назад вот снесли в сторону, на парковке. Кто? Не ясно. И мне нужно поменять вот этот вот шильдик, чтобы пройти техосмотр. Сейчас я его поменяю, и мы поедем проходить техосмотр. Потому что пришло время. Итак, приехали мы сегодня еще в пляж, на пляж Жирмунай, или Жирмуна, как правильно. Вот здесь такие изменения разные. Кстати, здесь сделали вот такую рампу. И, насколько я помню, год назад ее не было. Прикольно. И сделали парковку. Но почему-то здесь парковка только для людей с ограниченными возможностями. Не понимаю, почему не сделали семейную парковку и где вообще парковаться, если, ну, другим людям почему-то непонятно, поэтому пришлось стать, как стали другие люди, примерно вот так. Что, ну, я не считаю, что это хорошо. Ну, мы с ребенком, с коляской, поэтому другого выхода не было. Сейчас посмотрим, где здесь уточки. Помню, они были. А почему я говорю в прошлом году? Мы здесь были и в этом году. Почему? Просто так как-то давно все это было. Все как-то очень давно было, поэтому и говорю, что в прошлом году. Но на самом деле не так.
Ладненько, идем посмотрим, что здесь еще поменялось. Я, кстати, вижу, здесь сделали очень много дорожек здесь. Блин, ну здесь вообще все поменялось. Я оставлю ссылку вверху на ролик, где мы здесь были раньше и сейчас. Но здесь все поменялось. Для велосипедов, дорожки, тренажеры. Очень куча всего. Ну, пойдем посмотрим. Да, мы вот идем и обсуждаем, что сделали. Они, конечно, прикольно все. Куча всего. И как-то... Ну, это мы, помню, еще в прошлый раз тогда приезжали, помнишь? Да. И здесь они... Вот этой тропинки даже не было. Да. Они выложили деревянные, с камнем. Они только начинали тогда вот это все делать. Да, а вот сейчас уже... Были вроде камни. Да-да-да, вот эти. Плитка лежала. Да, и плитка лежала. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Здесь вот так часть выложили деревом, часть камнями по бокам. А там вообще плитку положили. Прикольно. Это здесь, наверное, переодевалки всякие. Так, а давайте пойдем посмотрим. Это качель для детей с ограниченными возможностями. Это вообще молодцы, 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 молодцы. Давайте посмотрим, что здесь. А здесь, ух ты, ё-моё. Здесь куча мест, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 мест, где можно спокойно себе посидеть с мангалами. А, где 6? 7, 8. Ух ты, что. Причем не нужно вести свои. Вы просто вот приезжаете. Возле каждого есть мусор. Мусорные эти контейнеры. Вы просто приезжаете, берете, что вам надо. Сюда можете ложить дрова и распаливать все. Прикольно, здесь столики. Да, конечно. Конечно, по сравнению с тем, как было и как стало. Ого! Так, смотрите, это не все. А смотри, что они сделали. Вот этих камней же ж не было. Они насыпали камней и сделали как бы без течения такой, я думаю, чтобы дети купались. Блин. Прикольно. Потому что там течение очень-очень сильное. А вообще, смотрите, что происходит. Смотрите, бегут, бегут, бегут. Кто-то хочет кушать, они прям бегут сюда. Ну, мы сейчас дадим.